Раскрыта тайна влиятельного покровителя Цымбалюк Романовской. Новое лицо появилось в скандале, не стихающем вокруг Армена Борисовича. По данным работавшей с Цымбалюк Романовской Элины Мазур, у пианистки есть влиятельный покровитель, который может оказать ей поддержку в сложившейся ситуации. Элина Мазур поделилась своими откровениями в очередной программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Женщина ранее представляла интересы Виталины Цымбалюк Романовской. Теперь же она утверждает, что разоблачает Виталину, желая восстановить справедливость. В программе Мазур заявила, что у пианистки есть влиятельный покровитель и даже назвала его имя. По ее словам, это ректор Академии имени Маймодина Вероника Ирина Коган. Мазур считает, что именно Вероника руководит действиями экс-супруги Джигарханяна, и она же инициировала ее развод со звездой. Однако у экспертов программы слова Мазур никакого доверия не вызвали. Еще больше сомнений у них возникло после того, как сама Ирина Коган не только опровергла заявление Элины, но и весьма нелицеприятно отозвалась о Цымбалюк Романовской. Когда Виталина поселилась в одной квартире с Арменом Джигарханяном, он не жил со своей женой. А то, что они с Татьяной Власовой тогда не были в разводе, я узнала совершенно недавно. Я выросла в нормальной семье, с нормальными нравственными принципами. Но женщина, которая живет под одной крышей с женатым человеком... По моему мнению, это девушка с пониженной социальной ответственностью, рассказала журналистам Ирина Коган. Что же касается Элины Мазур, то, по словам редактора, она намеренно искажает действительность, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Ирина Коган подчеркнула, что в свое время не Мазур ушла от Цымбалюк Романовской, а Виталина ее выгнала. Экспертов программы эти заявления поставили в тупик. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!